небольшое видео, как вот такую плавную ямочку удалить на капоте. Размером она, вот она. Заодно и потренируемся. Из инструмента будет использоваться грибочки, клеевой пистолет, мини-лифтер и пробойник. Попробуем эту вмятинку отремонтировать. Продолжаем. Я решил вот из новой посылочки вот такие грибочки, так называемые делители, испытать, как. Тем более, что по размеру они подходят под такую ямку. Вот. Испытать, как они себя поведут в этих условиях. То есть, чтобы знать, как ими работать, как можно их использовать, как нельзя, как они тянут, ну и так далее. Собственно, ради этого я затеял тест. Выдергивают они достаточно хорошо, сильно. Я не буду злоупотреблять вашим временем, так сказать, сниму где-то в середине ремонта и на финише эту вмятину. Как видно, потихонечку вмятина выходит со скрипами. Но она выравнивается. Продолжаем. Я решил подсократить. В принципе, ямка вышла. Понятно, что в данном случае в идеал никто не собирался ничего делать. Просто-напросто испытаны были грибочки. Вот такие из новой посылочки. Вот они, как они работают. Работают отлично. Вот эти вот грибы. Вот, и вот мы видим результат. Понятно, что при необходимости все это можно доработать и крючком, и все. Ну и заодно вот. Я постараюсь почетче снять. Не хочет он резкость наводить. Вот такой пробойничек с деревяшечки с тонкой. Довольно он корректно работает по этому лаку. Вот. Никаких наклепов, особенных следов тут на нем, как видно, нету. Кое-где, конечно, присутствует, но это мелочи. Вот он, вот эта деревяшка как бы довольно нежно и аккуратно пробивает все эти шишечки. Ну вот и все. Это была небольшая тренировочка, тест грибов и тест вот этого пробойничка, который я сегодня сочинил. Всем удачи, пока-пока.